сказать честно, я до сих пор никак не могу понять технологию вот этого вот удара в Винчун, когда рука уходит сюда по телу на якобы центральную линию и отсюда наносится удар. Ну, в теории это, может быть, и работает как-нибудь. Но на практике, скольких винчунистов я не встречал, почему-то, когда доходит до действительно настоящего размена кулаками, они забывают о своей центральной линии, и они забывают о том, что удар нужно наносить вот отсюда, вот так вот. Балет какой-то, честно говоря. Проще наносить удары уже так, как привычно, и так, как этого требует природа самого удара. Не вот так, а хотя бы вот так, прямым. Прямым, боковым или нижний апперкот, джеб, как он там называется. Проще работать так, как этого требует природный рефлекс.